Всем огромный привет! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Лайф. И сегодня я готовлю вместе с вами свинину по-французски. У меня вот свинина, кусочек, и лук. Свинина, лук, сыр, майонез. Из приправ я взяла имбирь и черный перец. Приправы по желанию. И соль. А также мне нужна будет форма. У меня вот сковорода диаметром 28 сантиметров и вот такое масло для того, чтобы ее сбрызнуть. Сейчас мне нужно кусочки порезать примерно 1 сантиметр толщиной и отбить. Кусочки мяса я отбила. И теперь я крошу лук. Лук я буду резать полукольцами. Сковороду сбрызгиваю маслом. Первый слой у меня лук. Лук я посыпаю солью. На лук я нанесла майонез. И теперь буду класть мясо. Форма должна быть очень глубокой. У меня, к сожалению, сейчас нет той формы. И мне очень тяжело приходится. Я люблю класть слой лука, слой мяса, опять слой лука и слой мяса. А у меня получилось не так, как я хочу. Я посолила мясо, поперчила. Немножко смажу майонезом и сверху положу еще один слой мяса, который остался. Мяско я уложила. Сейчас смажу небольшим количеством майонеза и поставлю в духовку разогретую запекаться минут на 40. Сыр у меня будет в конце. Посыпка сыром. Опять же, этот слой мяса я, конечно же, посолила и поперчила. Натираю сыр на крупной терке. Прошло 40 минут. Я достала мясо и посыпаю его. У меня очень много сока с лука. Ну, мясо сочное. Ставлю запекаться. На гарнир я готовлю рис. Все у меня готово. Смотрите, какое мяско по-французски жирное получилось. Но невероятно вкусное, уверяю вас. Я открыла помидорки. Они свежие. Это я готовила из последних помидор. Помидоры по-корейски у нас есть на канале такой рецепт. Готовьте, очень вкусно. И на гарнир, как я уже говорила, у нас будет рис. Можно просто овощи свежие. Тоже будет замечательно. Можно картофель. Ну, любой гарнир на ваше желание. Разложила по тарелочкам. Осталось нам только покушать. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы были с нами. Всем пока-пока. Увидимся в следующем ролике.